Re, viss ēters ir te! До 3 апреля в арт-галерее Museum.lv открыта персональная выставка латышской художницы Илзы Смилдзини. Здесь несколько крупноформатных работ чередуются с миниатюрными картинами. И все вместе вполне волшебное и реальное, и фантастическое. Илза Смилдзини – одна из самых популярных латвийских художниц. Закончила Латвийскую академию художеств. Выставлялась во Франции, Китае и Великобритании. Имеет 2 магистерские степени. Специализируется на графике и живописи. Сама автор утверждает, что название придумано не случайно. Все мы что-то где-то ищем. И не всегда это что-то мы ищем там, где надо. Но и как принято в современной живописи, автор пишет, а зритель додумывает смысл. Вот, например, картина. На картине стол, за столом люди и, возможно, ничего-то ожидают, потому что картина так и называется – ожидание. А может быть, это комиссия по расследованию истории, которая повылезала вместе с открытием мешков КГБ. А это мельница. Мельница, возможно, просто мельница. Пасторальный пейзаж написан после того, как автор побывала в Айрейшах. С одним только нюансом. Здесь местность немного приукрашена, потому что на самом деле она не так ухожена. Что интересно, изображенные здесь люди – это, как правило, друзья или знакомые авторов, а изображенные фрагменты – это фрагменты увиденного. Но все эти воспоминания – флешбеки, если хотите, несмотря на свою реалистичность, помещены в другую реальность. У названия есть еще один посыл. Илза Смилдзини утверждает, что все еще находится в какой-то облачной теме. Вокруг, говорит автор, так много облаков и так много из них еще не написано. Что характерно для картин Илзы? Это воздух, пространство и свобода, в том числе и свобода выбора. Поэтому каждый зритель может приписать уже написанной картине свои эмоции, свои переживания и свои чувства. Попробуйте и вы. Выставка открыта до 3 апреля в галерее Museum.lv. Вход свободный.